В гостях у Евгения Додолева настоящая легенда. Автор культовых фильмов для детей, актер и режиссер Владимир Грамматиков. Это был городской двор, а во дворе в сарае стояла корова. Вы открыли для мирового кинематографа Кристиана Бэйла. Да. То есть вы нашли его мальчиком? Ну, 9 лет я его нашел в Лондоне. А какие еще открытия вы себе ставите в заслугу? Он как-то звонил мне лет 10 назад, говорит, давай снимем «Усатый нянь 2». Я говорю, Сережа, это нереально. Вы в свое время, в общем, ну, не получали вот таких денег? Поликлиника была, значит, у Киевского вокзала. Вот и все привилегии. Ну, смешно. «Золотая рыбка» Владимир Грамматиков. Премьера. Ну, вот сниму кино и все. Сяду писать. Смотрите в пятницу в 0:10. Москва. Доверие. Теперь на 22-й кнопке во всех телевизорах Москвы. С любимыми не расставайтесь.